Привет, друзья! Сегодня я рад представить вам новое видео на моем канале. В этом видео хочу поделиться с вами топом 10 прекрасных одиночных игр на ПК. Если вы любите наслаждаться играми, которые позволяют окунуться в захватывающие уникальные истории, тогда вам точно понравится этот список. Давайте же начнем и узнаем, какие игры порадуют нас красотой и захватывающим геймплеем. Ocean Gore Monster of Uncharted Seas – потрясающая приключенческая игра, которая является одним из лучших представителей жанра RPG. Здесь твоей основной целью выступает помощь главному герою, который отправляется в довольно опасное путешествие на поиски своего отца. На своем пути ты столкнешься с самыми разными обстоятельствами. Будешь решать сложные головоломки, одолевать препятствия и сразу всеми силами уничтожить как можно большее количество соперников. Все соперники будут весьма коварные, именно поэтому ты должен прибегнуть к помощи своего арсенала, где будет храниться разнообразное орудие убийства как холодного, так и огнестрельного типа. Все оружие ты должен применять с умом, чтобы более эффективно устранить врага. По словам разработчиков, тебе потребуется на прохождение более 10 часов времени, но все эти часы будут максимально интересными для тебя. На протяжении всей игры ты сможешь разгадать самые сокровенные тайны, а также отыскать потайные локации с бонусами и полезными предметами. Отправляйся в незабываемое путешествие по островам, где ты отыщешь ценности и сокровища, постепенно прокладывая путь к основной цели. Scar Above – проект, разработанный в жанре экшена, где мы отправляемся на просторы научно-фантастического мира. Исполни роль отважной девушки-астронавта, которая оказалась на враждебной планете и теперь ей нужно найти способ оттуда выбраться. Первым делом займись исследованием территории, находя инопланетные тела и изучая различные останки странных существ, чтобы узнать их происхождение и потребности. Все полученные знания ты сможешь применить в борьбе с оппонентами и многочисленными испытаниями по пути домой. Игра представляет массу возможностей и интересных событий, которые наполнены мрачными тайнами, а поэтому скучать точно не будет времени. Не обойдется без сражений с жуткими гигантскими монстрами, а поэтому подготовь боевой арсенал, оснастив его мощным оружием и защитой. Графика игры привлечет крутыми визуальными эффектами и захватывающей атмосферой. Baldur's Gate 3 – третья часть ставшей уже популярной саги, где ты окунешься в череду непредсказуемых событий и постараешься справиться с массой преград на пути. Первое, что нужно отметить, это наличие кооперативного режима, позволяющего отлично провести время в компании друзей и игроков со всего мира. Проект обладает отличной продуманной линией сюжета с неожиданными поворотами событий, а игроку в свою очередь дается полная свобода действий и выбора. Стоит помнить о том, что любая допущенная ошибка может иметь последствия и оказать большое влияние на будущее главного героя. На пути ты встретишь массу различных персонажей, одни из которых станут верными товарищами и помощниками, когда другие – заядлыми врагами, делающие все возможное ради того, чтобы отобрать твою жизнь. Испытание в игре масса не обойдется без кровопролитных сражений с оппонентами и их могущественными боссами. Это говорит о том, что тебе необходимо заранее позаботиться о боевом арсенале и атрибутах защиты, развивая навыки и боевые характеристики героя, чтобы справиться со всеми задачами, имеющимися в игре. Amnesia: The Bunker – довольно жуткий в своем исполнении хоррор, где нам предстоит выживать, справляясь с сюрпризами и неожиданными событиями. Атмосфера способна держать напряжение на протяжении всего времени прохождения, что делает игру еще более интересной. Мы сыграем роль отважного солдата французской армии, который, казалось, находится в максимально безопасном бункере, но со временем понимает, что попал в самую настоящую ловушку. Атмосфера в игре, как и в ее предшественниках, детально проработана и порадует еще большей реалистичностью, поэтому каждый сможет почувствовать себя частью этого пугающего и непредсказуемого мира. Игра нелинейна и имеет свойство генерироваться случайным образом, что делает ее прохождение еще более интересным. Не обойдется без сражений с коварными оппонентами, поэтому позаботься о боевом арсенале и не забывай постоянно совершенствовать навыки. Графика игры круто проработана, максимально реалистична и наполнена крутыми визуальными эффектами. System Shock Remake – обновленная версия одноименной игры, которая порадует своих многочисленных поклонников нововведениями и улучшениями. События отправляют нас на просторы альтернативного мира будущего, где основа всех процессов уже давно возложена на искусственный интеллект. Сюжет расскажет и о внезапно случившемся сбое на станции, управляющем тем самым искусственным интеллектом, который начал разрушать все вокруг и даже успел лишить жизни весь персонал. Во избежание продолжения катастрофы главным героям было принято решение отправиться в цитадель, чтобы устранить неисправность, тем самым сохранить жизнь всему человечеству. Отправляйся навстречу непредсказуемым приключениям, изучи локации, добывай ценные ресурсы и заполняй арсенал мощным оружием, чтобы дать отпор многочисленным тварям. Одним из главных достоинств игры стоит отметить крутое визуальное исполнение, которое погружает нас в удивительную атмосферу с головой. Planet of Lana – игровой проект, разработанный в жанре аркадного платформера с яркими красками и захватывающей линией сюжета. Исполни роль милой девушки по имени Лана и смело отправляйся навстречу приключениям и непредсказуемым событиям, изучая множество интересных локаций, раскрывая мрачные тайны и выполняя важные миссии. Сюжет расскажет нам о некогда посветающей, сравнимой с самим раем планете, которая погрязла в войнах, разрушениях и теперь находится на грани полного уничтожения.
В связи с этими жуткими событиями пропадает сестра Ланы, и теперь нам нужно помочь главной героине ее отыскать, во что бы то ни стало. Будь готов преодолевать преграды и опасности, сражаясь с теми, кто захочет тебя остановить и раскрыть секреты, ответы к которым найти не так-то просто. Здесь нужно по-настоящему выживать, а поэтому тебе потребуется включить навыки стелса, тактического планирования, а также смекалочку. The Last Spell – игра, разработанная в ролевом сеттинге, которая успешно сочетает в себе элементы рогалика и стратегии. События отправляют игрока на просторы довольно большого фантастического мира, который вследствие определенных событий находится на грани полного разрушения. Все дело в том, что произошел некий катаклизм и жуткая война, что и спровоцировало стремительное уничтожение всего вокруг. Мир разделен на несколько частей, и те, кто относит себя к магам, создали таинственный туман, из которого впоследствии стали выходить жуткие монстры. Те бесстрашные, кто принимал решение вступить в туман, бесследно исчезали и больше никогда не возвращались. А если же возвращались, то в виде кровожадных чудищ. Катастрофу удалось пережить немногим, но кому посчастливилось это сделать, заперлись в высоких крепостях, до последнего сражаясь с толпами восставших тварей. Главная задача игрока – уничтожить сторонников магической силы, тем самым раз и навсегда истребить злосчастный туман. Гил – динамичный приключенческий хоррор с видом от третьего лица, который погружает нас в череду непредсказуемых и пугающих событий. Сыграй роль девчонки, которой предстоит пройти непростой путь, постоянно сталкиваясь с собственными страхами и ощущая на себе последствия собственных поступков. Твоя двоюродная сестра пропала, и теперь ты отправляешься на ее поиски, погрузившись в совершенно иной мир. Впереди тебя ожидают преграды, опасности и монстры, которые сделают все возможное, чтобы ты не выбрался из этого злополучного места. Важно внимательно исследовать окружение, стараться правильно взаимодействовать с миром, чтобы суметь открыть доступ к новым возможностям и, наконец, раскрыть главную тайну. Как бороться с коварными оппонентами, решать лишь тебе. Вступить с ними в схватку, либо вырвать скрытность, стараясь не попадаться никому на глаза. Графическая рисовка проработана в уникальном стиле и отлично создает держащую в напряжении атмосферу. Forever Skies – симулятор выживания, который отправляет нас на просторы футуристического мира, пережившего последствия апокалипсиса. Мир был практически полностью уничтожен, а те, кому все же удалось спастись, решают вернуться на Землю, где их ждут новые, не совсем пригодные условия для жизни. Сыграй роль отважного героя, который отправляется в путешествие по безжизненной планете в поисках пристанища. Ты будешь изучать множество локаций, добывать необходимые ресурсы и доставлять их в пункты назначения на своем дирижабле. Локаций в игре более чем достаточно, и на каждой из них ты сможешь открыть для себя что-то новое. Одно будет тебе полезным, когда другое станет самой настоящей опасностью, поэтому будь чеку. Постепенно поселение будет развиваться, открывать новые технологии, а затем новые возможности, что позволит создать условия для комфортного и безопасного существования человечества уже на новой планете Земля. Трепанг 2 – вторая часть динамичного и немного безумного шутера от первого лица, где мы становимся на пути сопротивления и постараемся уничтожить как можно больше оппонентов. Обладает игра незаурядной сюжетной линией, по которой главный герой попадает в тюрьму, но его быстро оттуда вызволяют неизвестные люди. При этом он теряет память и всяческие воспоминания о прошлой жизни. Теперь тебе предстоит пройти непростой путь, раскрывая мрачные тайны, преодолевая препятствия и сражаясь со всеми, кто посмеет встать на твоем пути. Динамика игры проработана на высшем уровне, поэтому скучать у тебя просто не будет времени. Лабиринты коридоров будут максимально непредсказуемыми и запутанными, поэтому тебе нужно подключить стратегические навыки и сделать все возможное, чтобы вернуть память. Игра предлагает массу интересных испытаний, справиться с которыми будет не так-то просто, поэтому позаботься о развитии своих навыков. Графика проработана отлично, обладает приятной анимацией и визуальными эффектами. Думаю, получилось хорошо. Надеюсь, что вы нашли в этом видео что-то новое и интересное для себя. Эти игры – настоящее произведение искусства, которое не только развлечет вас в свободное время, но и позволит погрузиться в захватывающие приключения. Не забудьте оставить свои комментарии ниже и поделиться своими впечатлениями об этих играх. А если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео об интересных захватывающих играх на ПК. Спасибо вам огромное за просмотр и до новых встреч!